Тимофей Акудович уже теперь с нами на связи. Витаем. Добрый день, добрый день. Вот этот выбор Александра Лукашенко, субботник у Хатыни, для вас, как для историка, что он означает? Слушайте, ну, это было видовочное решение, потому что агульный тренд зараз информационный российской просторы, что идея борьба с некими фашистами, ну и зрозумело, что Лукашенко выбрал Хатынь как место, которое с этим ассоциируется. Ясно, что все переплетено, але, ну, слушайте, Хатынь с давних часов выкористовывается пропагандой державной, советской, после и белорусской, для того, как отделить, ведаете, зло необходное от зла наивысшего, супраць якога трэба змагацца. Ну вось калі ты прыязджаеш у Хатынь і там, ну, как бы там тебе рассказываюць про 150 згарэлых людзей, то пасля гэтага ты можаш сказаць, што всё меншае зло, якое мы робім, меншае за спальванне людзей, там пасадкі людзей, збіццё людзей, пазбаўленне іх права выбараў, гэта малое зло, якое можна рабіць для таго, каб захоўваць нас ад вялікага зла. И это тренд, который ведется еще с советского часа. Ці... И он зараз для Лукашенко важный. Тимофей, але ці гэта забойство 150 людей подстава для Лукашенко, как так само оправдывать себе и своего хаурусника Владимира Путина перед тыми сотнями забойств на Киевщине, в Мариуполе, тысячами забойств и тыми открытиями, которые мы имеем у Бородянцы сегодня, у Бучи. Ці... Вот это гульня истории. Это так само для Лукашенко спроба отбелиться. Не, ведайте, тут крыху иншее. Как раз та Буча показывает, раскрывает для нас страшную историю того, что Хатынь может повториться в 21-м стагодзе. У иншем выгляде, по-иншему, але вельми подобно. Оказывается, что мы не сховали Хатынь у помнику, мы не закрыли эту историю, и она может повториться. Але и тому у гэтым годзе ни в якім разе нельга было ехать у Хатынь для таких справаў, это відавочна. Але у Лукашэнкі старые методычки, якія яму ніхто не можа перапісаць зараз, ну и ніхто не хоча перапісваць. Таму гэта просто праца по старых методычках, якія зараз просто крычаць, наколькі яны неправільныя, наколькі іх трэба перапісваць, але хто гэтым зараз будзе займацца. Таму паехалі, куды і раней ездзілі. Вот і ўсё. Тут хіба Лукашэнка таксама, як і афіцыйная прапаганда, хоча ўвесь час намякнуць вось тое, што ўвесь час мы маглі бачыць на дзяржаўных тэлеканалах, гэта перапісванне гісторыі, што нібыта там у часы вайны прадстаўнікі Украіны удзельнічалі ў спальванні вёсак, у тым ліку Хатыні. Ці тут таксама гэтую шпільку Александр Лукашэнка цынічна не хоча ўбіць таксама тут? Слухайте, тут я звернув увагу, што наадварот, ён чамусьці у Хатыні нічога не сказаў пра украінцаў, там только намікнуў адной фразай. Ну, наколькі я прачытаў ягоны спіч. То есть ён не сказаў ні слова пра украінцаў, хаця мог бы, да, хаця вот это сапраўды, ёсць гэта там размовы пра тое, што это украінцы зрабілі, нацыяналісты і так далі. І я б звернуў увагу, чаму ён гэтага не зрабіў. Вось, што ён зноўку, я так разумею, спрабую сядзець на двух крэслах і ў Хатынь з'ездзіць, і пра украінцаў не ўзгадаць. Вось, тому я б, може, з іншого боку поглядел на эту историю. Я просто хотел бы напомнить нашим зрителям, если реконструировать события в Хатыни, которые произошли в 43-м году, то там деревня была сожжена вместе с мирными жителями, также в уничтожении людей участвовал 113-й полицейский батальон, который был сформирован из бывших советских военнослужащих, взятых в плен на территории Киевской области. И сейчас, вот начиная с 2014 года, этот фейк про то, что якобы украинцы сожгли Хатынь, он очень часто используется пропагандой. Фейк, да, кажу, потому там. Что с таким же успехом можно было сказать, что Хатынь сожгли советские офицеры.
То бок атрымліваецца, што Александр Лукашенко абраў дастаткова спрэчнае месца, да якога можа быць вельмі шмат пытанняў, але хіба тут яшчэ больш да самога Александра Лукашэнкі ўзнікае пытанняў, бо па сутнасці ён увесь час крычыць, што з'яўляецца такім змагаром з фашызмам, але тое, што мы назіраем сёння ва Ўкраіне з удзелам Александра Лукашэнкі, ну нічым іншым хіба як гэты самы фашызм і назваць немагчыма, праўда? Ну, відавочна, але што яму застаецца рабіць? Яшчэ раз паўтаруся, так як існуе фраза пра фашызм, ён мусіць на яе рэагаваць. А як ён можа на яе рэагаваць? Паехаць на месца, дзе гэта слова заўсёды гучала. Паехаць у Хатынь. І таму яшчэ раз паўтаруся, вельмі дзіўна, што ён не скарыстаўся другой часткай гэтага наратыву пра ўкраінцаў, якія спалілі Хатынь. Вось. Ну, ён быў там, куды ён мог паехаць, у яго не было іншых варыянтаў. Тимофей, я хотел вас спросить, почему он все-таки использовал первую часть этой фразы? Он заявил о том, что западные дипломаты делают такие же вещи, которые страшнее нацизма. Вот сейчас процитирую. Западные дипломаты занимаются в Беларуси деятельностью сродни фашизму, заявил Лукашенко. И деятельность сродни фашизму – это, по его мнению, санкции, которые вводят западные страны, прежде всего Европейский Союз, против белорусских властей за репрессии против собственных граждан и за участие в войне против Украины. Вот скажите, как вы считаете, подействует ли на людей вот эта ассоциация, которую использует Александр Лукашенко, что вот иностранные дипломаты – это фашисты. Вот он это произнес в месте, где нацисты уничтожили, действительно убивали людей. И вот сможет ли он в общественном сознании, в сознании белорусов соединить Запад с гитлеровцами? Слушайте, ну Лукашенко у громадской сведомости уже ничего не может. Тягом, как 2 года. Один, что он может у громадской сведомости, это створать мемы. Вот это его отрывается фантастично, так? Тому я уже просто на это не звертал уваги. Я тут приватное меркование выкажу. Литерально несколько дней назад у неким российским там, псевдопатриотичным неким телеграм-канале бачил такую инфографику, якая показывала небыто, кольки людей у Китая забили американские санкции. Ну, не доехали некие там товары, те лекарства там до Китая. Из-за этого загинуло людей больше, чем там было написано в некой великой войне, я уже не памятаю, якой. Вот, может, он прочитал нечто такое, и у него мельганула думка, что он может таким же чином скласти и доказать, сколько людей забили недоехавшие, там, не веду, леки какие-нибудь из Европы, и сколько людей забили белорусов. Что немагчыма, вот, бо тут не той масштаб, как там, в сравнении с тем же Китаем, вот, и это все одно будет натягнуто, ну, але ему же требовало нечто сказать. Вот он возникла фраза, что прикольно было бы так зрабіць. Ось ён это и ляпнул. Вот, напэўна, ўсё. На грамадскую свядомасць это уже ніяк не будзе працаваць. Лукашенко на грамадскую свядомасць Беларусі уже не уплывае. Ну, цяжка таксама хіба на штосьці уплываць, ехаць у Хатынь, і пры гэтым уначы з Баранавічаў запускаюцца ракеты па Львоўшчыне. Ну, гэта абсалютны цынізм, абсалютны абсурд з боку Александра Лукашэнкі, які мы ва ўсёй гэтай сітуацыі назіраем. Тимофей, таксама варта хіба прыгадаць, што Александр Лукашэнка, ён сябе і пазіцыянуе, ну і з'яўляецца як ніяк гісторыкам па адукацыі. Хіба тут вельмі шмат пытанняў да гэтай адукацыі. Слухайце, ну, па-першае, это, ў прынцыпе, савецкая адукацыя. Па-другое, адукацыя магілёўская, спецыфічна савецкая. І, ну, так сабе ён вучыўся. Мы ж гэта ведаем па Скарыні ў Петербургу. Так, што ўжо гэта не была агаворка. Это было такая яго меркаванне. Вось, разумение истории, связать Петербург и Скарыну. Вось, тому, ну, про что тут сказать? Видовочно, что история не ведая, хотя у Хатыни он там упылнен, как у неким нарративе. Ну, повторяя то, что выучил у советских подручниках, больше его мало текает. Тимофей, а вот телеграм-канал «Беларусь головного мозга» обратил внимание на пропагандистские акции, которые вот в преддверии
праздников, наверное, в преддверии субботника, провели в белорусских школах. Ну, например, цитирую. «Сыну в первом классе рассказывали про хатынь, про нацистов, которые это сотворили, и в этом же рассказе говорят, что в Украине Россия спасает украинцев от неонацистов, проводя так называемую спецоперацию. Проводят параллель между событиями Великой Отечественной войны и войной в Украине, где нацист равняется украинец». Это вот произошло в городе Лида. Но, к счастью, даже телеграм-канал, который собирал такие шокирующие факты, фактов таких слишком много не нашел. Большинство читателей телеграм-канала говорят о том, что учителя пытаются саботировать вот такие пропагандистские месседжи. Скажите, пожалуйста, вот акция в школах белорусских есть, она спущена сверху, где нужно детям рассказывать про фашистов, вот, в советском стиле. Насколько пропагандистская машина в Беларуси в школах, что касается истории, преподавания истории, работает? Эффективно ли она работает, либо же учителя сами ее саботируют? Насколько это небезопасно для детей? Слухайте, я, на жаль, не ведаю, насколько это працует. Вельми, дарэчы, цікава было б убачить некий такий анализ, насколько такие речи проходят у школах. Наколькі настаўнікі гатовы іх паўтараць. Але мне падаецца, ну, маё вялікае спадзяванне на тое, што вось такі ўзровень цынізму, такі ўзровень неадэкватнасці звязаны з рэальнай вайной, а на рэальную вайну беларусу пунктик ва ўсіх, нават у тых 30 ці колькі там працэнтаў, якія там пасіўна падтрымліваюць Лукашэнку, што ўсё-ткі тут задзейнічаны такія глыбокія падсвядомыя рэчы, што не павінна гэта праходзіць. Я шчыра веру, што беларускія настаўнікі, нават якія фальсіфікавалі выбары, у большасці сваёй будуць сабаціраваць вот гэтыя глупствы. Ну, это не глупствы, дарэчы, это злачынствы. Вось, як прапаганда вайны ў школе, гэта яна і ёсць. Так, як спроба апраўдаць вайну і праз параўнанне з фашызмам. Таму я проста вельмі спадзяюся, што гэта не спрацуе з аднаго боку. З іншага боку, я лічу, што такія штукі павінны грамадства настройваць на тое, каб змагацца з гэтым. На гэтым фронте у нас ёсць магчымасць змагання. Всё-ткі за намі больш-менш інтэрнэт, які дзеці глядзяць. За намі бацькоўскія аб'яднанні, так ці інакш, ладна іх частка. Беларускае грамадства крыху падзеленае, але ў сэнсе вайны падаецца па сацапытаннях, яно больш-менш цэласнае. Вось. І гэта той фронт, на якім мы можам, ну, так, мне падаецца, мы можам адбіць нашых дзяцей у гэтай глупай сістэмы. Вось. Таму, чуючы такое, трэба думаць, як гэтаму супраціўляцца, пісаць, друкаваць, выдаваць, дагрукоўвацца. Вось. Это добрая нагода нам згуртавацца вакол гэтай тэмы. Ну, па сутнасці, сёння, калі ёсць жаданне, то знайсці патрэбную інфармацыю дастаткова проста. Шмат выдадзена літаратуры, ўсё ж такі, яшчэ не ўсе кніжкі спаленыя. Таксама ў сеціве ёсць вельмі шмат самай рознай інфармацыі. Калі чалавек ведае мовы, то можа чытаць гэта таксама на замежных мовах, набываць, даходзіць да нейкай гістарычнай праўды. Наколькі ўсё ж такі у нас, у нашых дзяцей і таксама у настаўнікаў, якія працуюць у школы, ёсць гэтае жаданне даходзіць да гэтай праўды? Ці самае простае сесці перад тэлевізарам вечарам і атрымаць гэтую праўду ў двухкосі? Ну, гэта ж ад людзей залежыць, але я думаю, што беларусы дастаткова людзей, якім цікава шукаць сваю інфармацыю. І зрэшты, по-нормальному, то галоўная задача школы не трансплантировать некую міфалогію, а вучыць дзяцей якраз-то самім выбіраць факты, да, самім працаваць з фактамі. Гэта ёсць самае важнае тое, чаму мы павінны навучыць маладое пакаленне. Так, самім шукаць гэту праўду, вучыць яе адрозніваць. А наконт таго, хто там любіць больш пасядзець у тэлевізары, то людзі розныя бываюць, але зноўку я паўтаруся, мне падаецца, у дачыненні да вайны тут усе павінны быць большага адной пазіцыі. Так? Беларусь не павінна быць ні ў якай вайне, вось, павінна быць максімальна далёка ад любых войнаў.
а той, хто агрэсар, тут справа таксама павінна быць відавочная. І гэта зусім не Украіна. Дзякуем за гэтую размову.